Спартакиада среди юношей и девушек стартует в Ульяновске прямо с началом недели, с понедельника. Финалы запланированы на субботу, 27 июля. Нашему региону не впервые принимать столь масштабные соревнования. Бокс в регионе всегда был и остается в почете. Я не умоляю другие виды спорта. Там тоже очень хорошие ребята, спортсмены, тренера. Вот, но на сегодняшний день ни у кого нет, скажем, 20 человек в сборной составе страны. В спартакиаде примет участие 280 боксеров в возрасте 16-17 лет. Представительство – вся Россия. На ринге только лучшие, победители 12 федеральных округов. Ульяновск на правах хозяев выставит полноценные команды и юношей, и девушек. Какие мы можем показать результаты? Но если, я думаю, мы завоюем 3-4 медали на этих соревнованиях, это будет хороший результат. Ну, фамилии не буду пока говорить. Фамилии возможных героев нам назвал Сергей Жуков. Заслуженный мастер спорта на предстоящей спартакиаде будет отвечать за выступление женской региональной команды. Четыре наши девушки имеют на руках официальные пропуска на предстоящий финал. Все девочки очень конкурентные. Ермольченко – финалистка первенства России. Ангелина Александрова – победительница ПФО. Паничкина Анастасия – призерка первенства России. Ну, Грузинова Алина – тоже победительница ПФО. Все очень конкурентные, все кандидаты мастера спорта. И как бы они настроены только на первое место. Двухнедельные сборы, которые проходили также в Ульяновске, заложили хороший фундамент и веру в успех у наших девушек. Надо выиграть и доказать всем, что все, что делали, все не напрасно, и что мы лучше. Домашние стены обязательно помогут, потому что чувствую, что все родное, все близкое, и помощь, и поддержка близких очень важна для меня. На следующей неделе в Ульяновске опять будет жарко и на улице, и во дворце единоборств. Не пропустите крутой бокс!